Друзья, всем привет! Вы на канале Японский язык, а Даша Диал Япончика, и я его бессмертный ведущий, Даша Диал Япончик. Вы пришли в то место, так сказать, где я вас обучаю японскому языку и снимаю для вас свой курс «Японский с нуля». И сегодня у нас 21 серия. Я напоминаю, что методичку в текстовом формате можете скачать в моей группе ВКонтакте «Японский язык, а Даша Диал Япончика». Вот под каждым видео есть методичка, скачивайте, пожалуйста. Задавайте по ней все вопросы в любом формате. Я подготовила для вас и для себя японский словарь Ярдика, которым постоянно пользуюсь и вам рекомендую. И не будем затягивать, давайте начнем сразу же с диалога. Конничива, амега фурисоуде, самуку наримаштане. Демо гантан нива отенти га ёкунай. Йокунаро соу десь ё. Са, доу десь ё. Тенки ёхо ва ёку хадзуре маскаране. Ошёгацу учи ни ирашарон десь ё. Ие, коно ошёгацу ни учи ва инай десь. Гантан ни Йокохама но ани на учи ни икун десь. Шинсеки га такусан ацумару хадзу десь кара. Нигияка на шёгацу ни нару то моимас. И десь не. Соре кара Камакура на отто но рёши на учи эмо итте. Соко ни микка маде иру цумори нан десь. Джа, йокка горо Уэна-сан но отаку ни о нэнчи ни икемасэн ка? Соу десне, Уэна-сэнсэй но отаку ва Икебукуро десне. Ие, окикубо дэшо, ташка эмэте мимас кэдо. Соу деска, джа, мата ночи ходо. Йой отошо, хай, домо, йой отошо. Давайте переведем. Конничива, амега фурисоуде, самуку наримаштане. Привет. Кажется, дождь собирается. Становится холодно. Демо гантан нива утэнти га ёкунару соу десь ё. Да, так и есть, но, как но однако погода 1 января улучшается. Как говорят, улучшается. Са, доу десь ё, вот как. Утэнти ёху ва ёку хадзуре маскаране. Часто прогноз погоды врет. Часто погода отличается от предсказанной в прогнозе погоды. Вы поняли. Ошёгацу учи ни ирашарон десь ё. Новый год будете справлять дома. И коно ошёгацу ни учи ва инай десь. Нет, мы не будем дома в Новый год. Гантан ни Йокохама но ани но учи ни икун десь. 1 января, гантан, мы будем в доме, мы поедем в дом старшего брата Йокохаму. Шинсеки гата кусана цумара хадзескара. В этом доме соберется много родственников. Должно быть, соберется много родственников. Нигияка на шогатсу ни нарутом имас. Будет веселый Новый год. Идесне. Прикольно. Сурекара камакуру на отто но шинсеки научи эмо итте. Соко ни микка маде иру цумури нандес. Потом мы поедем к родственникам моего мужа в Камакуру, и там мы пробудем до 3 января, наверное, цумури. Джа, йокка гору уэна сэнсэй но отаку ни о нэнчи ни кимасэн ка? Не совершит ли нам новогодний визит к уэна сэнсэй 4-го это к числа? Соу дэсне, уэна сэнсэй но отаку ва икэбэ гуру дэсне. Было бы неплохо. Дом учителя Уэна находится на станции Икебукуро. И Окикубо дэшо, должно быть в Окикубо. Ташками теми маскидо. Я проверю. Соу деска. Джа, мата ночь ходо. Тогда до встречи. Йой отошо. С Новым годом. Хай дому. Йой отошо. И тебе с Новым годом. И тебя с Новым годом. Такой диалог, вроде простой, а вроде бы и нет. Давайте разбираться. Итак, у нас грамматика. Нару, становиться, делаться. Глагол нару используется в следующих случаях. У меня вообще запись идет, да, нет. С прилагательным на и. Перед глаголом нару прилагательное на и принимает форму на ку. Ну, как я уже, может быть, ранее говорила, что когда у нас прилагательное плюс глагол, любой, прилагательное становится в роль формального наречия, и оно идет с ку. Как это? В прилагательной форме наречия. Самуку наримашта. Похолодало, стало холодно. Вот у нас глагол саму и стал самуку наримашта.
Утэнтига йоку нару солдэшо. Говорят, погода станет лучше. Йой стал йоку, йоку нару. Ушугацуга чикадзуйте исугашку наримашта. С приближением Нового года стал занятым. Исугашку, исугаши стал исугашку. Причем в любой конструкции прилагательное на и плюс глагол прилагательное делается через ку. Там самуку наримашта и прочее, прочее. А существительными или прилагательно на на. А глагол нару предшествует показатель дательного падежа ни. Шисеки га такусан ацумара хадзу дескара, нигияка на ощугац ни нару, то омоймас. Много моих родственников должны быть собраться там. Думаю, Новый год будет веселым. Нигияка на ощугацу ни нару, то омоймас. Вот существительное ощугацу, Новый год. Так, давай выделим его. Шугацу нинару. А тут интуитивная, понятная грамматика, что вот существительное чем-то становится. Шугацу нинару. Что-то там чем-то становится. Через дательный падеж. Я люблю говорить интуитивная, понятная грамматика. Мне это нравится. Благо, что в японском языке много интуитивной грамматики. Шоудо но сенсей нинари тайндес. Хочу стать учителем каллиграфии. Каллиграфия у нас шоудо. Шоудо но сенсей ни наритайн дес. Отто ни натте кара усечи рёхо га ски ни наримаште. Усечи рёри. Став взрослым, я полюбил новогодние кушанья. Отто ни натте кара отто. Господи. Да ладно. Отона. Ничего себе. Отона, взрослый, отона, не надте кара, усечи рёри газ, хини наримашта. Став взрослым, я полюбил новогодние кушанья. У меня, кстати, тоже было такое. Я раньше не любила оливки, теперь вроде как люблю оливки. Вот, ну да ладно. Связка да с обстоятельствами места. Вспомним, что у глаголы ару и иру быть находиться управляет обстоятельством места в дательном падеже с показательным ни. Гакова коба ни аримас. Школа находится в Кобе. Фудзи сан ва има тушикан ни имас. Господин Фудзи находится в библиотеке. А сейчас приготовьтесь, если вы еще встали вдруг, то присядьте, я вам сейчас открою суперскую невероятную тайну. Конструкцию не аримас или имас можно заменить на дес. И тогда будет предложение выглядеть следующим образом. Гакува кобу дес. Фуджи санва има тошикан дес. Это можете себе представить? Что вот мы 100 лет учили, что что-то где-то находится, это с ни аримас, ни имас, а потом нам вдруг говорят, что можно через дес. Нормально вообще? Еще несколько примеров. Уэна-сэнсэй ну такува укикубо ни аримас. Уэна-сэнсэй ну такува укикубо дес. Дом учителя укикубо. Ну это вообще, это разрыв шаблона, представляете? Мы чуть еще поучимся, а нам скажут, что то, что мы учили. Друзья, вы можете это как бы забыть. Японцы говорят вот так. Вот вам пример в 21 уроке. Как 21 век, 21 урок. Рёшин ва има Йокохама ни имас, рёшин ва има Йокохама дес. Мы родители в Йокохаме. Друзья, расскажите, какие шаблоны в японском языке были для вас такими-то, а потом стали другими. Вот можете поделиться ко мне в комментариях. И, конечно, я забыла сказать, если вам нравится мое видео, поставьте мне жирный-прижирный лайк, коммент, потому что это помогает продвигать мое видео. Я это сказала. Да ладно. Впервые за всю мою практику я это сказала. Да ладно. Да что? Производная форма от дес, связка, выражающая предположение, означает возможно, вероятно. И, друзья, снова присядьте. Сейчас будет еще один разрыв шаблона. Да еще в конце предложения фразы выполняет функцию аналогичную заключительной частицы не. Конкретное значение обычно определяется контекстом. Ну же давайте мы сразу же скажем, то, чтобы мы не поставили в японском предложении, это все определяется контекстом. Глагол, предшествующий связке, всегда стоит в простой форме. Это мы запоминаем. Итак, значит, что? Имутова ашта куру дэшо.
Моя младшая сестра, возможно, приедет завтра. Моя младшая сестра курдышо. А что курдышо? Обращаю внимание, что глагол стоит в простой форме. Ну что, то есть, по сути, дышо это как бы типа аналог цуморе. Возможно, вероятно. И как я люблю говорить, в японском языке миллиард миллионов способов выразить возможное. Или как некатегоричное утверждение. Или отрицание. Оно хитова има пачино джумбиде и сугаши дешо. Он, вероятно, занят приготовлением к приему вечеринки. Оно хитова пачи но джумбиде и сугаши дешо. Ну, тут сумму я бы не поставила, тут он у него по-другому стоит. Давайте дешо оставим. То есть сумори и дешо, они не взаимозаменяемы, но иногда вот они пересекаются. Кюнен, но гантан 2 ничьё бедатта дешо. 1 января в прошлом году пришлось на воскресенье, так? Кюнен гантан 2 ничьё бедатта дешо. Слушайте, ну этот пример как бы показывает менталитет японцев, да, то есть что у них вот нереально привязывают какое-то событие к дню недели. Вот я, например, помню только, что у меня днюха 9 апреля, и это было в среду. И все, я больше никогда не помню, что какие дни недели были вообще. Друзья, вы вообще притягиваете свое внимание к дням недели в прошлом году, что было в прошлом году. Кюнен но гантан ва ничьё бедатта дешё. Предложение с существительными и прилагательными, простая нана, простая форма связки дес. Короче, бла-бла-бла. Рёши но учива има шидзука дешо. Сейчас в родительском доме, вероятно, тихо. То есть, что мы говорим? Что? Дешо – это у нас типа дес, только дешо. Соответственно, это уже есть связка, поэтому прилагательные нана, они, у них это на отсекается. Они у вас просто вот в этом, как отглагольные, короче, как в обычной форме, короче, без всего. Кёва имота са но танджоби дэшо. Кажется, сегодня день рождения вашей младшей сестры. Вот оно, я уже повторяюсь постоянно, что именительные прилагательные и существительные – это как бы одно и то же. Формальные эти, формальные, как там, эти, именные сказуемые, именное сказуемое, да. Дес в составе субстантивного сказуемого, но дес может заменяться на дещо. То есть это у нас субстантивное сказуемое. Ну, как я люблю говорить, да, как я люблю говорить, это именное сказуемое. Блин. Именное сказуемое. Вот оно. Я и так люблю говорить. Ощугацу учино и расчарун дешо. Вы будете дома на Новый год, не так ли? Ощугацу учино учини. Учини, ребят. Ощугацу учини и расчарун дешо. Ощугацу учини. Вот, мне тут авто хочет мне сказать ва поставить. Я поставлю ва, хорошо. Ущугацва учени расчаран дешо. Вот и расчара простая форма. Ну, дешо. А, ну что тут хотят сказать? Что тут хотят сказать? Что я помню на стенке ВКонтакте я писала, значит, пост, как соединить ику и дес. Типа, как вот простую форму глагола и к ней присобачить дес. Как так? Как бы глагол же не вяжется. И вот ответ на этот вопрос. Значит, между глаголом простой формы добавляется связка, в этот н добавляется но и у дес. И получается икуно дес. У нас иращарун дешо. То есть, если мы хотим соединить простой глагол в простой форме и дес, мы добавляем вот этот н или но дес. Кобе, дайгаку, но на цвясами ва, мо, хаджимат тан дешо. В университете Кобе уже начались летние каникулы, не так ли? Что еще хочу обратить внимание, что дешо, оно как бы без времени, а время у нас идет вот либо вот простым глаголом определяется. Вот здесь у нас хаджимат тан дешо. Итак, отакува ицуму шидзука нан дешо. У вас в доме всегда тихо, правда? Отакува ицуму шидзука нан дешо. Чидзуканан дешо. И у нас это дешо получается, и вопросы может идти. Частица нэ, она же и как бы вопрос означает такой непрямой, типа нан дешо.
Когда еще стоит рядом с вопросительным словом, вопросительную часть сука можно опустить. Предложение придает смысл «хотел бы знать интересным». Утэньки га йоку нара соу дасьё. Са доу дасьё. Типа вместо ДСК доу дасьё. А, доу дасьё ка. Доу дасьё. Мо. Хэй га... Хэй, да. Хэй га... Зэн зэн аримасэн. А, мочи, мочи, господи, мочи, мочи. Мо у мочи га дзэн-дзэн аримасэн. Уже совсем нет рисовых лепешек. Дарья га табетан дэшо. Хотел бы знать, кто их съел. Ну-ка еще раз. Когда дэшо с этим словом, передай смысл, хотел бы знать интересно. До дэшо. Интересно, как это будет. Табетан дэшо. Хотел бы знать, кто их съел. Прикольно. Как, так как форма дэшо менее категорична, чем дэс, ее можно использовать для придания вопросу более мягкой формы. Сравните. Има нанджи дэска. Сколько сейчас времени? Има нанджи дэшоука. Хотелось бы знать, интересно, сколько сейчас времени? Время у нас 23:13. Вот. Кстати, меня бесит, когда вот это PM, ну вот когда через обычные эти часы наручные смотрят, я уже настолько привыкла к обычным часам вот этим цифровым, что я вообще, мне надо несколько секунд, чтобы понять вот это PM, BM, вот это Gogo Godzen. Вообще, мне очень не люблю вот это вот все. Утвердительная форма связки в настоящем времени с прилагательным «нана» и существительным обобщением. Вы что, не поняли? Я не поняла. Давайте просто почитаем, что авторы хотят сказать. Можно выделить 4 модели в зависимости от структуры предложения, по которым изменяется утвердительная форма связки. Короче. Связка «да» следует за прилагательным «на» и существительным. Перед соудес говорят оно эва. Оно эва юме да соудес. Говорят, все картины красивые, известные. Оно эва юме да соудес. Ямада-сан но имутова шёдо но сенсей да соудес. Говорят, старшая сестра и господин Ямада учили каллиграфии. Что здесь хотят сказать? Я не знаю, как вы, но я вообще не понимаю вот, грамматику, я в нее на примерах, понятно. Итак, у нас есть такая запутанная форма соудес. Она у нас есть со всеми частями речи. В одном случае она сливается, типа амега фури соудес, типа кажется, пойдет дождь, предположение. А есть, например, сказать амега фуру соудес, слышал, что пойдет дождь. И тут у нас разница... Когда вот это «да» ставить, когда вот это вот все. И мы говорим, что... И мы что делали? И у нас как бы напоминание, напоминалка, да, как вот это вот «да» куда вставлять. Значит, существительные, именные прилагательные, они требуют «да» перед «соудес». Вот если вот мы говорим про такую грамматику. «Шёдуно сенсей» — существительное добавляется «да» «соудес». «Ому» — думать, говорить. Браун сан му, как я в кадре увижу, да, великолепно. Браун сан му одзони га скида томуэмас. Думаю, господин Браун тоже любит одзони, суп с рисовыми галетами. Галеты, что это, печенье, что ли? Суп с печеньями? Что за одзони, прям интересно. Да, я отвлекаюсь, но мне же интересно прямо сейчас, потому что если не проверю, мне будет, я уже забуду 100 раз. Тут я не вижу печенье, вот эти галеты. Так. Я тут вижу какой-то хлеб размокший, сало. Ну, короче, ладно. Что-то там прикольное. Браун саму дзони га скида томоймас. Вот оно, как бы прямая речь мы идем, видим, да? Ну, как прямая косвенная речь, был урок у нас с цитированием. Перед томоймас. Идет да, суки да то мой мас. Мы не говорим именно то омо, да, именно в данной конструкции требует да. Корева омоширо эйга да то итта има считаю. Она сказала, что это интересная картина. Вот она, прямая речь. То итта има считаю, эйга да. Вот омоширо эйга да то итта има считаю. Итак, дальше какая-то вторая модель. Давайте сразу я прочитаю и...
Ну, вам расскажу, что они хотят. Курева отто носкина укащидес. А что они хотели сказать? Бенгоши. Бенгошину на камура санга соу иттей мачта. А что они хотели сказать? В определительных придачных предложениях после существительных следует показатель родительного падежа, поддельного падежа, замечательно, родительного падежа, но, а после прилагательных на нас существительно. Да? А, то есть, ладно, мы же это проходили. То есть, у нас есть определяемое слово «каши». А они у нас какие? «Корева» — это любимые те сладости отца. То есть отец существительное, но скина это прилагательное, поэтому на скина окаши. Отто но скина окаши. Понятно же. Ладно, здесь что хотят сказать. Вот, накамура-сан. Это у нас определенное слово. Бенгоши но накамура-сан. Почему так? Потому что бенгоши юрист. Это существительное. Мы хотим сделать присобачить существительное к существительному, типа вот, характеристика. И она через «но» идет, потому что «но» соединяет два существительных. А «скина» — это прилагательное, прилагательное именное, значит, соответственно, оно как бы соединяется через «на». Тут уже понятно все. Модель 3 какая-то. «Майта санва осе чирёри о скуру нога джознандес». Господин Майта хорошо готовит новогодние блюда. «Курева со бога курита кимуно нандес». Это кимоно, которое дала мне моя бабушка. Ладно. После прилагательного «на» и существительных следующей частицы «на». Что? Перед субстантивными... Если что... Сейчас чихну. Господи. Когда чихаю, там постоянно нужно микрофон искать, он у меня спрятался. Значит, что? А, вот они, что я хотят сказать. «Майда санва сочи скуру нога джозу нандес». Вот у нас связка «дес». «Джозу» — это у нас... прилагательное, ну, именно прилагательное. И когда мы хотим сказать именно прилагательное «дес», мы делаем «нандес». Вот оно. Вот они, что хотят сказать. «Курева собога курта кимоно нандес». Вы спрашиваете, может быть, а шо без этого нельзя без «нана» сказать? Ну, можно и без «нана» сказать, но поскольку японцам скучно читать с десом одним, они добавляют нан, чтобы было не скучно читать. Поэтому корова собога курата кимоно нандес. Если вы хотите разговор с японцем сделать так, чтобы у него спали очки от того, что и чтобы она спросила: слушайте, а вы 10 лет прожили в Японии или родились? Вот если вы хотите это услышать, то нужно говорить с нандес. Кимоно нандес. Вот он. Модель 4. Сузуки санва има Хима дэшо. Господин Сузуки сегодня свободен, не так ли? Глагол связка дэс после прилагательных на «на» и существительных опускается. Глагол связка дэс после прилагательных и существительных опускается. Передыщу. Ладно. Курва Сузуки сан но кабан дэшо. Это портфель господина Сузуки, да? Просто дети дэшо. Эти модели могут встречаться в последующих уроках, при необходимости обращаясь к этому разделу учебника. Так, тут палево, что, друзья, нет, я не придумываю методички из головы, я беру из учебника, учебник называется Hiroko Storm, современный вкус, курс японского языка, он полностью на русском, в русской транскрипции, я же это все как хитрый такой, ну, какой классный учебник, надо его подделать, чтобы он как бы был вот полезным всему миру, потому что, извините, читать на 21-м уроке русскую транскрипцию с опечатками, это, конечно, зашквар. Поэтому я, потому что я япончик, я свой курс строю на этом замечательном учебнике. Hiroko Storm, современный курс японского языка. Я его обожаю. Муа. Вот. И что хотелось бы сказать на это, по этому поводу, по этой грамматике? Что эта грамматика, она не является, знаете, вот важной грамматикой. Все, что я говорю, это все важно, конечно, но если, допустим, вы это не знали, вы бы поняли бы текст, я вот к чему веду. То есть если у нас грамматика, без которой непонятен текст, да, как, например, вот мы в 20-м проходили,
короче, там куча всего, этот у нас эти страдательные формы проходили, проходили эти определительные придаточные предложения. Вот это самое важное вообще в японском языке, это определительные придаточные предложения. А вот это вот нан, я бы так сказала, знаете, вот на каком-то этапе вы будете постоянно встречать эти нан, нан, нудес, и это будет вас бесить просто. Вот, вот что оно постоянно вот это вот нан, нан, почему, почему? А вот тут грамматика, она вот прям посвящена, у нас уже дофига было уроков, вот к этому нон, дес, нан, это все посвящено, поэтому, поэтому что? Давайте еще раз прочитаем параграф, что они хотят нам сказать. Утвердительная форма связки в настоящем времени с прилагательным нана и существительными обобщений. Четыре модели, по которым изменяется утвердительная форма связки в настоящем времени дес в сочетании с прилагательными нана и существительными. Другие же формы таким изменениям не подтверждены. Другие формы в отрицательной форме сочетания времени не подтверждена. Вот. То есть у нас есть утвердительное предложение, которое оканчивается на именное сказуемое. Именное сказуемое — это связка, это существительное прилагательное «на». И, соответственно, к ним добавляются всякие штуки. Юме да соудес, сэнсэ да соудес, то есть пересоудес. Делаем «да». «Да то омоу», «да, да ски да то омоу», «эйга да то омоу», «то и ты машта». Вот это у нас «скина окаши дес», «накамура санга соу и ты машта». Тут я бы не сказала, что здесь какое-то есть правило, просто тут это интуитивно понятная грамматика, мы уже раз проходили. Потом что у нас идет? Когда мы хотим сделать нескучным предложением, это сенсей нандес, кимоно нандес. Вот оно, через нудес идет. И что еще? И может опускаться вот это вот дешо. Если дешо говорим, хима нан дешо, это уже вопрос. Значит, хима дешо, кабан дешо. Вот он. Ну, такие нюанс, нюанс, нюанс. Нюанс тоже интересный. Ну и по-своему, конечно. Ладно, давай дальше. Многократно сложные частицы. О, друзья, этот параграф вас тоже будет бесить. Не бесить, а если вы его не прочитаете, то дальнейшее изучение японского вас будет бесить, потому что сдвоенные частицы постоянно встречаются. И вы, и прям кто не читает этот параграф, будет постоянно. А почему? А почему? А почему? Давайте разбираться. Частица «мо». Давайте рассмотрим применение «мо» как простой частицы. «Мо» заменяет «ва» или «га». «Мо» заменяет «падежи». «Ямана-сан ва омочи о табемашта». «Ямана-сан ел рисовые лепешки». «Омочи», «омочи», «омочи». «Ямана-сан», «Явана-сан ва омочи мо табемашта». «Мо-мо-мо». А что такое слово выбрали? А чё не перцики, мому? Ямада санва, мому-мо, скидочки. А чё не... Да, вот реально. Перцики, мому. А, значит, мочи, мо, табимашти. И Ямада сан также ел рисовые лепёшки. Понятно. Мо заменяет о. Ямада санва, мочи, о, табимашта. Ямада санва, мочи, мо, табимашта. Ямада сан также ел рисовые лепёшки. Это, по-моему, было у нас. Да ладно. Ладно, ладно. Это дублированное. Мо добавляется, мо заменяет осуществиться. Ашта самой дышо. Завтра, наверное, будет холодно. Ашта мо самой дышо. Завтра тоже будет холодно. Было, не было. Было ашта, стало ашта мо. Итак, частица мо заменяет частица. Падежные показатели ва, га, о. Или же стоит там, где частицы не было вообще, вот как здесь самуида еще, ачтамо самуида еще. Кроме того, мо может сформировать структуру сложных многократных частиц вместе с другими частями речи, поддержанным показателем, такие как... ни-кара, хэмо, эмо, эмо, нимо, карамо. Кто прочитал хэмо? Отто но рёщи но учи э итте. Микка маде иру цумори дес. Мы собираемся навестить мужа в дом родителей,
Мы собираемся навестить дом родителей моего мужа и пробыть там до 3 числа. Что я хочу, что-то заметила, да? Вот я говорю, и говорю, говорю, и у меня какие-то мысли, да, накидываются. Вот, по моему наблюдению, в устной речи мы используем более короткие предложения. Вот реально, мы собираемся навестить дом родителей моего мужа и пробыть там до 3 числа. Вот в реальной речи гораздо более простые предложения. Ну, вы как думаете? Что думаете на этот счет? Ну да ладно, у нас грамматика. Оттоно рёщино учи эмо итте микка маде ирцмуридес. Мы собираемся навестить и дом родителей моего мужа, как и другие места, и пробыть там до 3 числа. Мне нравится приставка «как и другие места», потому что она объясняет все-таки, почему «хэмо» стоит, да, что именно оно означает. То есть «рёщина учи эмуите», то есть дом родителей моего мужа и какие-то другие места. «Микка мадэ и руцмуридэс». «Ямана сан нимо и мачта». Я сказал господину Танака, помимо других, еще кому-то сказал. Ямада Танака сан нимо и мачта. Фукуяма сан карамо ненгаджо у мурай мачта. Ненгаджо. Ямада сан карамо ненгаджо у мурай мачта. Я получил новогоднюю открытку от Фукуямы, как и от других. Мне нравится объяснение. Очень нравится, потому что оно действительно объясняет вот это вот само значение. То есть без учебника, допустим, без объяснения мы как бы видим эту грамматику, ну, вроде как бы интуитивно понятно, но чего-то там нету, да, вот хочется заглянуть в грамматику, посмотреть. А пока ты найдешь вот это сдвоенные частицы, ты с ума сойдешь. Я в свое время, я с ума сошла, пока вот эти сдвоенные эти грамматики, пока я набивала вот это вот, что я хочу сказать. Реально мало статей, я вам серьезно говорю. А тут прям в 21 уроке, прям своими глазами вы можете прям увидеть эту ценнейшую информацию, друзья. Вот, как-то так. Вам, как очистить... сейчас будет, друзья, прям, сейчас вы сейчас упадете со стулов. Так что выпейте чайку. Сейчас будет вот то, что я люблю. Как и частица МО, подвижный показатель ВА, может заменять частицы ГАО, а также употребляться в конструкции, где ранее не было никакой частицы. Представляете? Вы это понимаете? Знаете, как учитель физики в школе у нас, значит, был учитель физики, Людмила Михайловна, что ли, что-то такое, да. И у нее прям такой, знаете, сумасшедший ученый, у нее такой, типа, вот был такой взгляд, такой бешеный. И когда она объясняла физические свои задачи, она всегда говорила: «Друзья, вы это понимаете? Вы это понимаете?» А там у нас как бы не физмат особо, ну всем пофиг, да, ну, а кому-то нет. И там пара человек понимала, да, и прям, я, понимаете, на том же месте, да, у меня аж прям чуть ли не мурашки по коже идут от того, что я читаю: «Вы это понимаете? Частица вам может заменять частицы, а также стоять там, как бы и не должно было бы быть». Так, ладно, лирика. Ва применяется для выделения темы предложения или даже противопоставления основному смыслу предложения. У нас тоже... Хасимото санга учи э каримашта. Госпожа Хашимото вернулась домой. Именно госпожа Хасимото, они на этом слове логическое ударение, на тему рема. Хасимото санва учи э каримашта. Госпожа Хасимото, что до нее, вернулась домой. Тут мы возвращаемся к вопросу. Госпожа Дашичал Япончик. А вот в чем отличается гай и гэ? Гай и гаева. Вот, а что, я вот не могу подставить ага вместо ва? Ответ. Можете. Вот, смотрите. Хасимото санга учи каримашта, хасимото санва учи каримашта. Вот, спокойно подставляйте. А в чем разница между га и ва? В первом значении именно госпожа Хасимото вернулась домой, логическое ударение. А во втором переводится как «что касается госпожи Хасимото, она вернулась домой». Непонятно? Понятно? Нет, непонятно. Ну, не суть. В общем, разница такая, знаете, такая вот, знаете, вот как вот,
как, не знаю, такая сукуй. Тонкая разница, тонкая грань. А все, что, как я замечаю, все, что не тонкая грань, мы это плохо понимаем. Потому что мы вообще понимаем, знаете, грамматику, которая прям вот, вот это равно вот это, вот это равно вот это, вот это вот это. А когда вот это вот сукуй, вот это тонкие эти материи, это, конечно, тонкие материи, тонкие материи. Ладно. Нэнгаджо омо какимаштака. Нэнгаджо омо какимаштака. Уже написали новогодние открытки. Нэнгаджо омо какимаштака. Что касается новогодних открыток, вы их уже написали? В чем разница? Сукуй. Сукуй такая тонкая разница. Тонкая разница. Нэнгаджо омо какимаштака. Нэнгаджо омо какимаштака. Это, да, действительно, это предложение объясняет вопрос, да, когда мы видим какие-то предложения, почему стоит «ва», когда, ну, как бы это прямое дополнение, почему не «но». А вот ответ на вопрос, вот потому что «ва» можно заменять «о». Вот и все. И в этом случае «ва» переводится как «что касается того-то, того-то, что думаете». Ну, то есть вот так вот. И так тоже можно. «Кё ва ататаката дес». «Сегодня было тепло». Кё ва ататаката дес. Что касается сегодня, то было тепло. Вот оно. Мы часто действительно видим предложение, где как бы ва, мы привыкли, что ва означает главного действующее лицо какое-то, да, и оно обозначает подлежащее, вот, выделяет. А ва также здесь мы часто действительно видим предложение, не только в этой грамматике, но вообще в целом, да, что перед определяемым этим обстоятельством времени, места стоит ва, хотя, ну а где, в чем суть, почему так? Ну потому что ва переводится, что касается чего-то там, та-та-та-та-та. А в связке с другими частицами ва формирует структуру сложной многократной частицы, которая переводится относительно, что касается. Кроме того, сложная частица может означать противопоставление, сравните. О мисока. Я правильно прочитала? Омисока ни отэнтига йокунару содэшо. Говорят, что погода улучшится на 31 декабря. Ремарочка. Да, в японском любят вот эти все сложные определения для слов, таких как канун Нового года, точнее не канун, а это... А, вот канун есть, вот 31 декабря. Омисока. 1 января. Гантан. Что у нас там? Новый год. Чогацу. Новогодний визит, оненчи, вот оно. Но в основном все учителя японского любят омисока почему-то. Да ладно. Так, давайте еще раз посмотрим. 31 декабря по-японски тан-тан-тан-тан, омисока будет. Омисока ни отэнтига йокунару содэшо. Говорят, что погода улучшится на 31 декабря. Вот я хочу сюда подставить, чтобы мы видели, что хотят нам сказать. Омисока нива утэнтига йокунара соудэшо. Относительно 31 декабря говорят, что погода улучшится. Друзья, вот оно, что... Вот он, нива ставится. Почему нам хочется поставить нива, да, вот это вот, по этим обстоятельствам? Потому что так можно поставить. Омисока нива утэнтига йокунара соудэшо. Относительно 31 декабря... Что касается 31 декабря, что касается там события, тантигайок на русол еще. Такаши сан нива тако о агимаш така. Хару чан нива карута о агимаш. Я дал змея воздушного Такаши сан, а Хару чан он дал карты игральные. Где мой чай? Там уже кот наплакал. Мне не хватит до конца видео. Такаши-чан нива тако гимаш така. Тоже хочется ремарку сделать по поводу слова тако, воздушный змей. Это слово реально часто встречается. Вот вам в жизни реально встречается воздушный змей? Вы когда-нибудь его пускали? Я вообще ни разу в жизни не пускала. Вообще кажется, что это за фигня. Воздушный змей, но тако, он реально встречается во многих учебниках, типа, ну, реально, это символ, ну, детская игрушка, получается, такая символическая.
То есть что мы делаем? Здесь у нас ва, оно идет как противопоставление. Я дал змея Такаши, а Такаши дал мне карты. Такаши чан не ва, таку ва гимаштака. Хару чан не ва, карту ва гимашта. Тут еще очень интересный момент, почему два раза гимашта используется. Давайте, может, исправим. Значит, если я, то это агимашта, а харвучан нева агимашта. То есть, а кто дал-то агимашта? А харвучан нева агимашта. Слушайте, реально, почему два раза агимашта? Хотя и там агимашта как дал переводится. Но я бы сделала, если мне, то куримашта, наверное. У меня просто есть заповедь, да, у меня есть свой кодекс дошитяо япончика, в котором в одном из пунктов говорится, что исходный текст учебника всегда прав. Поэтому мы с ним не спорим. И, ну, такую пометочку я сделала, что, ну, если что, куримашта можно использовать так, между нами, девочками, мальчиками. Танака-сан, но отаку дева, отаку дева, Осюгаться не ицуму карута усурусо дес. Говорят, что в доме господина Танака всегда играют в карты на раздевание в Новый год. На раздевание тоже между нами, девочками и мальчиками. Значит, что у нас? Танака-сан но отаку дева осюгаться не ицуму карута усурусо дес. Что касается хатхума Танаки-сана, Новый год, там у нас творится интересные дела. Итебагуро эва басу де кимашта. Итебагуро эва басу де кимашта. Такое необычное сочетание слоговое, да, эва. Итебагуро эва басу де кимашта. Я ехал в Итебагуро. Что касается Итебагуро, то я туда ехал на автобусе. Что, все, конец урока? Ну что, друзья, шишки, что думаете по поводу грамматики? Кажется ли она вам сложной, легкой, полезной? Но мне кажется, что эта грамматика, она больше подходит для тех, кто уже собаку съел в японском, кому хочется узнать ответы на вопросы, которые, возможно, вас давно мучили, так сказать. В этом уроке действительно дается, ну, грамматика, которая нигде особо и не объясняется. То есть, реально, я как человек, который изучил несколько учебников, то есть, я вот, ну, у меня был опыт такое изучение множества книг, да, и данная грамматика объясняется только в 21-м уроке нашего курса. Поэтому, ну что, друзья, короче, давайте прощаться уже. В общем, вам приятного изучения японского языка. Все вопросы можете оставить в комментариях под видео. С вами, как всегда, ненадолго прощаюсь. Всех люблю, целую, пока-пока.